Всем привет, дорогие мои рукодельницы! В сегодняшнем видео мы с вами сделаем вот такой очень интересный яркий ободочек, который делает для своей доченьки. Украшение ленту она выбирала сама. Если вам понравился такой ободочек, оставайтесь со мной. Для того, чтобы сделать нам наш цветочек, понадобится. Я взяла репсовую ленточку градиент двух цветов, зеленую, и вот такую малину, переходящую в белый. Сделаем с вами два вот таких вот лепесточка. Нам понадобятся отрезочки шириной 2,5 сантиметра на 9 сантиметров. И вот такая малиновая, тоже такая же самая, 2,5 на 9 сантиметров. Из инструментов нам понадобится линеечка, зажигалочка, ножнички и, конечно же, горячий пистолет. Займемся изготовлением наших лепесточков. Возьмем нашу ленточку. Складываем ее пополам изнаночной стороной внутрь. Определим серединочку. И начинаем опускать уголочки вниз по очереди. Фиксируем зажигалочкой нашу складочку. Второй уголочек мы опускаем точно так же вниз. Внизу для удобства скрепим два отрезочка вместе. Вот так. Затем вот эту сторону мы подгибаем к серединочке и запаиваем внизу. Вот эту складочку я также пройду зажигалочкой, чтобы она хорошо держала форму. Точно так же делаем с другой стороны. Подгибаем к серединочке. Вот так. И фиксируем зажигалочкой. Вот такой у нас получился лепесточек. Второй мы делаем похожим образом. Определяем серединочку. Опускаем вниз. Фиксируем зажигалочкой. Вторую точно так же. Вот так. Краешки зафиксируем зажигалочкой. Теперь смотрите, что мы делаем. Вот у нас половиночка нашего лепесточка. Мы его приблизительно делим на три части. Смотрите, что мы делаем. Опускаем на треть лепесточек вниз, а затем подгибаем вверх. Краешек фиксируем зажигалочкой. И вот эту складочку, которая у нас здесь, также фиксируем зажигалочкой. Вот так. Эту сторону немножечко легче. Мы поднимаем краю вот этого получившегося лепесточка, а затем отгибаем его вниз. Вот так. Фиксируем зажигалочкой.
И складочку также зафиксируем зажигалочкой. Возьмем уголочек. Вот так мы складываем пополам. И немножечко вот так припалим. Образуем вот такой остренький уголочек. Вот у нас получился такой лепесточек. Теперь начинаем потихонечку собирать наш цветочек. Возьмем для начала три вот таких вот лепесточка. Смотрите, берем один лепесточек и вот сам краешек вот здесь капаем немножечко клея. Берем второй лепесточек и приблизительно вот так вот наискось мы их склеиваем. Немножечко придержим, чтобы он зафиксировался. Вот что у нас должно получиться. Теперь берем третий лепесточек и вот здесь по краешку намазываем клей. И в получившийся у нас, видите, кармашек такой, мы вставляем третий лепесточек. Вот таким образом. Делаем оставшиеся лепесточки точно так же. У нас получилось 4, получается, секции по 3 лепесточка. Теперь что мы делаем? Смотрите. Капаем в лепесточек внутрь капельку клея. Берем нашу секцию и вставляем ее, чтобы у нас лепесточки вот как бы приближались друг к другу. То же самое делаем с другой стороны. Вот таким образом. И теперь подклеиваем нашу секцию из 3 лепесточков. То же самое делаем и с этими лепесточками. Когда мы склеили, вот что у нас получается. Теперь смотрите, вот эти уголочки у нас некрасиво смотрятся. Что мы сейчас сделаем? Нанесем клей. Аккуратненько и приклеим вот сюда, под первый ряд. Вот так. Теперь возьмем вот такие наши листочки зелененькие и приклеим на обратную сторону. Вот таким образом.
Вот что у нас получилось. То же самое делаем и с второй нашей стороной. Теперь возьмем вот такую, я вырезала форму из фетра. Она у меня получилась длиной 6 сантиметров и шириной в широкой части 4 сантиметра. И начинаем приклеивать наши заготовочки. Теперь сделаем поясочек из такой же ленточки. Я соединяю два края вместе и соединю с помощью зажигалочки. Вот так. Теперь соединяем нашим поясочком. Вот и готов наш цветочек. Я подобрала к нему вот такую вот серединочку. Она у меня пластиковая, но жемчужной серединочкой вот такой. И сам ободочек украсим вот такими интересными жемчужными цветочками. И, естественно, сам ободочек. Я взяла его шириной 6 миллиметров. Можем приступать теперь к нашему ободочку. Вот такой у меня получился ободочек. Смотрите, по обратной серединке я закрепила обратную сторону двумя кружочками, фетровыми кружочками диаметром 4 сантиметра. Украсила вот такими кружевными ромашечками и декоративной лентой. Ну а на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний мастер-класс, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Вы увидите еще очень много интересных и полезных мастер-классов. Не забывайте нажимать на колокольчик. Вы будете первым получать уведомления о моих новых видео. Ну а на сегодня всем пока-пока!